Потому что ни хера не помню. Вообще. Заткнись. Дайте мне радио какое-нибудь. Чтоб забанили нахуй. Отлично. Идеально. Так. Вроде оно все настроено. Вроде. Ирена. Похер. Сложность. Сделали мне больно. Пусть будет катаклизм. Одиночество. Отряд. Пустой мир. Похер. Конец. Ирена. Пойдет. Новый персонаж. Вот будет смешно, если она сейчас крякнется. Ну, в смысле, сломается. Будет вообще во. Круто. А! Так, никаких ограничений по количеству очков не вводится. Устаревший. В смысле? Подожди, а как? Почему устаревший? Итоговые баллы больше не сбалансированы. Ну, ладно, пусть будет выживший. Видимо, сам решаешь, типа, лучше, что ли? Окей. Сценарий. Так, друзья, до конца. Вы и ваши друзья всегда говорили о том, что вы будете делать, когда наступит конец света. Теперь это сбылось. Вы добрались до ледной хижины. Куда сказал добраться ваш друг? Ага. Интересно. Испытания. Тюрьмы. Засада. Радио сломалось. Зима. После часа ноль. Искали еду и теплый ночлег. Услышали, как кто-то движется. Ну, звучит не очень интересно. Бункер, это понятно. Это я помню даже. Окружение тоже тоже помню. Горящие здания. Ну такое. Скватер, большое здание. На дне. Отдалиться от дома и не привлекать к себе внимания. Дни скуки возвращения к вредным привычкам заставили вас переборщить со спиртным прошлой ночью. Вы просыпаетесь и видите странное поведение людей на улице. Пора протрезветь и посмотреть, что происходит. А, в смысле, в таком смысле на дне они. Ладно. Это тоже неинтересно. Массовый карантин. Закончили свободные места, власти использовали оставшуюся рабочую силу для сбора людей под дулами автоматов. Стадионы, на которые они согнали всех, ничуть не сдерживали. И оно распространялось, да? Удалось ускользнуть от самого страшного насилия, но теперь вы окружены и должны быстро бежать. Тоже такое себе. Забытый, понятно, следующим летом. Прошло немногим более года с начала апокалипсиса. Второе лето в аду. Золотые годы. После тяжелой работы на протяжении всей жизни вам удалось обосноваться в шикарном доме престарелых. Угу. Что ж, пожалуй, я пас. Окруженные во тьме, отправились в поход на природу, чтобы развеять от домашних забот. Однажды ночью вас настигли странные звуки, и вы подверглись нападению. Удалось убежать, но вы чувствуете, что в темноте что-то движется. Блин, если это тут леший, то это жопа полная. Без стартовых неигровых персонажей. Чёрти где? О, кстати. Во время побега вы заблудились и оказались не в том месте. А в каком месте надо было оказаться, чтобы оно было то? Сориентируйтесь и составьте план, вам пригодится. Так его скурили давно.
Эксперимент — это понятно. Последняя доставка. Пока мир разрушался до основания, кто-то заказал доставку вкусной еды. Отсядь и поешь. Угу. И вы отправились отвозить ее. Вкуснота будет доставлена, даже если будет последним, что вы сделаете в своей жизни. Не. Последний полет. Когда стало очевидно, что наступает конец света, вы взмыли в небеса, надеясь, что ваши навыки пилотирования помогут вам достичь безопасного места. Вы не нашли его, и когда топливо кончилось, и вам пришлось совершить посадку на пустом мосту. Хотя я помню, кстати. По-моему, там даже вертушка будет, которую заправить можно. Да, задание станет заправить свой вертолет. Дивный новый мир. Год после апокалипсиса зима стремительно приближается. Вам и вашей компании удалось собрать достаточно припасов, чтобы наконец обосноваться где-нибудь вдали от смертей и разрушений. Жизнь была для вас тяжелой, но в душе вы все еще верите в светлое будущее. Что-то я не уверен. Вот окруженный во тьме звучит интересно. Давай его. Окруженный во тьме. Первый год, весна, 61 день. Будет холодно. Так. Выживший. Жертва душа. Можно одно только выбрать, да? Так, голый и напуганный. Мне кажется, надо было так стрим назвать. Апокалипсис застал вас совершенно голым. Настоящий поешка. Балерун. Зомби ужасные танцоры, но вы не дадите им наступить вам на ногу. Кек. Пенсионер. Карманные часы, трубка, папиросный табак, протез. Панк-рокер. Руди? Ваша ска-группа распалась после того, как барабанщик стал зомби. И теперь вы одиноко бродите по миру после катаклизма с сигаретой и MP3-плеером. Звучит как план вообще. Что-то еще есть. Кануси. Вы были одним из последователей синтоизма в храме, который проводил ритуалы и священнодействия. Вам он нравился больше, когда в нем обитали только духи умерших, а не их гниющие трупы. Привет, лампочка. Ты, наверное, такие игры не любишь. Что-то еще есть. Малолетний хулиган. Фига-фига набор. Комиксы, шарики, рогатка. Жесть. Понимание безоружного боя. Фига себе, школьник безоружный. Малолетний хулиган. Городской самурай. Офисный планктон. Вы чувствовали, как годы вашей жизни уходят, когда вы работали за компьютером. Выпивали ежедневный кофе, съедали буррито из микроволновки и выбрасывали бесконечное количество скомканных бумаг. Возможно, катаклизм — это освежающая смена темпа. Возможно, кто-то смотрел аниме, видимо. Зомби и список дел, или как он там назывался. Вернее, оно называлось. Ха. Так, что еще есть? Бродяга. Интересно. Адвокат. Чепчик попти. Да не напугаешь. Чепчик потерялся в лесу. Блин. Жюри присяжных уже плясало под вашу дудку, но когда ответчик пытался съесть ваш мозг, вам пришлось с позором бежать из зала суда. Теперь никому нет дела до ваших возражений. Блин. О, мне вот так больше нравится. Давай, адвоката берем. Так, предыстория. Водительские права.
У Чепчика есть водительские права? У него нет водительских прав, иначе бы он не ездил на метро, правильно? А, простая домашняя кулинария. Да, черт возьми, да, почему нет? Зависимость от героина. Так, разделка мяса. Чепчик умеет разделывать мясо, интересно. Очень любите мясо, не любите фрукты и овощи. Не, фигня. Крэк, кокаин, амфетамин. Алкоголь, никотин, кофеман. Кофеин дал вам жизнь, и без него вы ничто. Ваша зависимость от него была настолько сильной, что теперь вы едва можете функционировать без него, тем самым нанеся себе долгосрочный психологический ущерб. Вам лучше найти постоянный источник, да побыстрее. Блин. Не, ну это суицид. Брать кофеиновую зависимость. Где я вам кофе достану? Не-не, блин, не, не хочу. Он кофеман, конечно, но... Сука, я ж кофе не достану нигде вообще. Каждое утро кофе был вашим верным спутником, без него вы чувствуете себя как зомби. Благодаря тому, что вокруг валяются настоящие зомби, достать порцию кофе теперь можно намного сложнее. Кофеиновая зависимость десятка. Не, это фигня. Еще книги, не. Вегетарианские предпочтения тоже нет. Простая домашняя кулинария, так, компьютер, да. Сценарий, да. Выпускник, да. Обыденное выживание, да. Нет. Взлом замков, ну, полагаю, тоже нет. Чтение, вы любите читать. У вас никогда не было достаточно времени. Нет, он не любит читать дальше. Плавание, не уверен. Да? Вы умеете плавать. Может, не очень хорошо, но... Вы держитесь на плаву. Допустим, пусть будет да. Видеоигры. Да. Готовка. Начинающий. Умеете готовить достаточно хорошо, чтобы вам не приходилось питаться лапшой быстрого приготовления и едой на вынос. На самом деле, вы научились лишь самому минимуму. А простая домашняя кулинария чем отличается? Приготовление пищи начинающий. А тут уже средний. Ну пусть будет, ладно. Публичное выступление. Социальная личность, у вас есть умение выступать и словарный запас, чтобы люди вас слушали. Блин. Ну, ладно, пусть будет. Автоспорт. Нет. Создание подделок. Нет. Розыгрыши. Нет. Вряд ли. Первая помощь. Некоторый опыт работы с неотложными травмами. Вряд ли. Гриль на заднем дворе. Не. Рыбная ловля. Не. Тренер. Они разорвали вашу команду. Нет. Садоводство. Нет. Создание веревок. Тоже вряд ли. Мошинг. Что такое мошинг? Выходили на громкие концерты, проводили время в мошпитах. Не. Выступление с огнем. Нет. Кемпинг. Вряд ли. Точно любитель таких игр. Так что пойду уже спать давай. Дерзай. Так, пилотирование тоже херня. Стрельба из лука. Нет. Плавание. Нет. 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 Сыроварение. Нет. Метание ножей. Вряд ли. Посещать, возможно, рестораны и пробовать все, что может предложить мир кулинарного искусства. Блин, надо Чепчика сюда позвать, чтобы он это... Чтобы он говорил, что он может, что не может. Катание на коньках, остальное. Не, работа моделью. Не, ну вряд ли. Настольные игры тоже вряд ли, вряд ли.
Вряд ли. Стрельба. Работа с деревом тоже вряд ли. Искусство из металлолома. Социальные танцы. Подпольная химия, шибалы, ремонт электроники, сделай сам. Плинкинг, может, планкинг? А, стрелять по мишеням из своего стрелкового пистолета. Понятно. Уличные бои, шитье. Чепчик умеет шить, интересно. Соревновательное поедание. Надеюсь, не друг друга. Ручное снаряжение патронов, кустарное производство оружия. Это все херота. Бушкрафт. Кемпинг на совершенно новый уровень. Нет. Домашний ремонт. Вы чинили дыры и приборы в собственном доме только своими руками. Вы делали это, чтобы сэкономить деньги на ремонтниках. Теперь вы будете делать это, чтобы спасти свою жизнь. Не уверен. Нет, пока что, наверное, нет. Борьба, гонщик. Нет. Марафонец, футбол. Получается все. Характеристики. Все по 8. У нас капа нет как такового, поэтому... Какая разница? Ну, пусть будет 10, ладно. Остальное на восьмерках оставим. Черты. Быстрая походка, засыпание, лечение, облучение. Рефлексы, голос. Кричать намного громче обычный человек, да. Курма, жажда добивать, жесткий стоп. Нет, вряд ли, короткий сон. Ну, пусть будет, да. Оптимизм. Почему бы нет? Пойдет и так. Шесть плюс ноль, а уменьшить нельзя. Блин. Может так оставить? Создание предметов выбора даже нельзя. Ты же спать ушел. А, нет, ты, подожди, ты другой человек. Нихуя себе, мне казалось, у меня только один человек сидит. Здорово, что не спишь? А я тут чепчик создаю. Ты же вроде у него тоже сидишь, да? Не помню. Ладно. Пофиг, пусть будет одно очко в приготовлении пищи. И... Все. И хватит. Имя. Чепчик.
Вроде мужчина, да. Как-то так, 10-8-8-8. Кажется, норм. Какой спать только 11 часов? Уже 12 так-то. Вообще-то. Так, все, поехали. Мы готовы. Вай. Вай. Я уже забыл, как играть. А что у меня есть? У меня есть смартфон. Файл. Зачем мне файл? Какие нахер? Пачка купюр $50 не нужна. Что у меня еще есть? Во что я вообще одет? Так, у нас есть трусы. Это уже хорошо. Вообще-то. У нас есть трусы. Это уже потрясающе. Так, носки, туфли, брифы, это трусы. А мы в костюме, а костюм, видимо, у тебя 12? Нет, у всех 12. Костюм, видимо, идет одним куском, это не костюм тройка, а вот прям вот костюм, как комбинезон, ты его надел один, и все, он у тебя повсюду. Просто я не вижу, чтобы я носил штаны. Скажем так. Я вижу, что у нас есть портфель, в котором лежит смартфон. Часы платиновые. Фига. И костюм есть. Надо найти, в общем, штаны где-то отдельно. Все, как я люблю, почти. Кайф. Пакет какой-то. Сумка ныряльщика. Чё в ней? Я забыл, как внутрь заглядывать. Изучить в контейнере. О! Подожди. Изучить предметы в контейнере. Ну, о! Да блин. Что за фигня? Подожди, это та сумка, которая сумка? Куда она наделась? Сумка ныряльщика. Ты куда наделась? На торс. Ну, по идее, это та самая сумка ныряльщика. Портфель, получается, не нужен. Ой, нет. Смартфон заберем оттуда. Как? Чего, отсюда забрать нельзя? Трындец. Ладно. Я по МСК время Краснодар. Это ничего не решает. Это ничего не дает. Отдайте мне. Сука. Отдайте. Да блять. Это не контейнер, это... Я знаю, что это не контейнер. О, нашел. Охренеть. CX. Кошмар, как удобно. Как удобно. Совершать вселенная. На самом деле времени не существует. Если ты вдруг не знал. Так, смартфон у меня почему-то в костюме. Ладно. Максимальная длина 70 сантиметров. Еще 30 литров, до 4 килограмма. Хорошая сумка. А легкий сетчатый рюкзак обычно используется пловцами и ныряльщиками. Сроки кармана. О. Класс. Так, здесь что? Ковбойские сапоги. Не по размеру, но... Не по размеру мне не надо. Клиническое руководство по игрокам видеоигры. А смысл? Что она мне даст? Что тогда, материя? Нет. Есть такая теория, что времени в принципе не существует, а все события происходят в один и тот же момент. То есть все, что было, будет и есть, происходит одновременно, уже произошло и еще не произошло. Ну, ты понял. Так, просто для развлечения.
Просто для развлечения мне не надо. Стертый в кашу труп. Что я только что сделал? Я открыл труп, да? Да, я открыл труп. Я молодец. Ой, тут еще что-то есть. Выключенное радио. А оно с батарейкой? Интересно. Ну, 41-300, да, но с батарейкой. Надо из него вытащить батарейку. Белые плавки не по размеру. Носки. Бля. Я забыл мир перенастроить. Я забыл поставить... Блядь, это стандартный мир, сука. Тут вещи не грязные спавнятся. Ну, в принципе, ладно. В принципе, пофигу. Сейчас происходит... происходило в прошлом или в будущем. Нет таких понятий, как прошлое, настоящее и будущее. Есть просто один, единственный момент, в который все происходит. Все, что было, все, что будет, что, все, что есть. Вот для человека это просто понятные такие термины. Все происходит в одном моменте. Все, что могло произойти, все, что происходит, все, что еще не произошло, все это в одном моменте. Это на самом деле очень интересно. Если... Ай, если подразобраться маленько. Нужны ли мне носки? У меня есть носки. Мне не нужны носки. Роликовые коньки. Звучит очень интересно, но спасибо, нет. Средняя консервная банка. Черт возьми. Да! Томатный соус — это сюда. Как вырастить джентльмена? Просто для развлечения. Ну, для развлечения мне не надо. Камень. На всякий случай прихвачу. Мало ли чего. Просто тут темно, как в жопе. Хотя еды нормально навалили. Полотенце. Тоже прихвачу. Хорошая штука. Кепка для гольфа. А я, по-моему, вообще без одежды. Без головного убора. Зажим для галстука. Блять, зачем мне, сука, зажим для галстука? Уэст. Галстук тоже не нужен. Вязаный шарф — это хорошо. Да, дайте мне кепку для гольфа. Блин, вот шерстяные носки вообще-то круто. Сейчас бы еще вещи разбирать, правда, начать сразу. Шерстяные носочки. Ну ладно, давай возьмем. Просто у нас очень ограничен вес, по идее. Женские труселя. Труханы. Я кепочку сразу напялил, кстати, кайф. Так, ну я так понимаю, здесь все похерили. Ой, ёб твою мать. Бег. Ну нахер. Бежим отсюда. В пизду. Блять. Да блять. Да блять. Да блять. А! Сука. Пустите, они зажали меня. Ёбаный рот. Камешек возьму. Надеть на себя. Не надо мне надевать на себя камень. Сейчас, блядь, помру нахуй. Да какой бег, ходьба? Ну, как быть, дорога. Три раза пересмотрел Интерстеллар и начал разбирать черную дыру Гаргантюа. Кино — это не то. Лучше научные работы почитай. Это интереснее, чем кино, потому что в кино... Ну, блин, Интерстеллар — это художественно-развлекательная херня, откровенно говоря. Поэтому, как бы, ну, такое. Батя вылез из шкафа, как бы... Немножечко не укладывается в общепринятый порядок. О, здорово, Купер. Я там был, мне лучше знать, где? В черной дыре? Кстати, нас, по-моему, покусали. Ну, хотя нет, особо не покусали, кстати. Мы еще даже живы-здоровы. Вроде. Боль. Скован раны. Подожди, какие раны? Какие раны? Какие 3%? Ну, торс немножко поели. Ну, блин, бывает. В Интерстелларе? Купер же, а?
Я не фанатею от этого фильма, так что... Увы. О, нифига себе, булыжник. Большой камень, сюда. Так, теперь надо вспомнить, как крафтить это все дело. На семерку. Жесть. Могу скрафтить гальку. Хотите гальку? Блять, я не вижу нахуй синий на черном, кто это придумал. Сука. Кожаные пыльники. Тренчкоты. Не, я могу только гальку скрафтить. Если не хотите гальку, я не буду ее крафтить. Носок с камнем? Так я начал читать про черные дыры. А что читаешь про черные дыры? Кого именно? Да и какая разница? Зачем читать про черные дыры, если человечество про них, по сути, ничего не знает? Ну, объективно. Ничего просто. Ничего такого, что можно доказать. Например. Носок с камнем. Так. Пара носков, вложенных друг в друга, с камнем внутри. Настоящее оружие отчаяния. Нужен ли мне носок с камнем? Не уверен. Что еще мне доступно? Перчатки из носков. Это серьезное заявление. Практика. Ого, что за практика? Безоружный бой. Потренируйтесь немного в боксе с тенью на случай, если вы останетесь без оружия против нежити. Фига. А вот этого раньше не было. Прикольно. Вложенные. А есть список доступных всех нескольких рецептов. Подожди. Рабочего выбрать можно. Фильтр. Не то. Старое, новое. Что не выбрано? Связанное, видимо, нельзя, да? Ну и ладно. Просто было бы здорово, если бы были все рецепты, только из доступных можно было выбирать. Ну ладно, пофиг. Потом разберемся. Чего бахнул? Чего бахнул? Кто кого бахнул? Мы вообще про Интерстеллар и черные дыры разговариваем здесь. Это... Понимаешь, это чат интеллектуалов вообще. Ты не к месту здесь просто. О да. Лутать. Лопухи и кусты. О, как же мне этого не хватало. Мне кажется, или светлеет? Потому что если светлеет, то все очень плохо. Я нихера не вижу. Я, блядь, в поле и... И, в общем, и пиздос. Конопля? Что с коноплей? Ты бахнул коноплю? Фига себе ты, этот самый опасный. Да кому ты рассказываешь? Ты же клялся, что в Кату больше ни ногой, ни щупальцем. В смысле, когда такое было? Не было такого, не докажешь. Сейчас как сделаю носок с камнем, как отхуярю тебя. И все. Кстати, а ты знал, что сюда добавили, ебать, практику? Прикинь, можно практиковать, блять, уклонение. Шанс фатальной ошибки при тренировке уклонения 16, сука, процентов. И судя по всему, если ты совершаешь фатальную ошибку при практике, ты ломаешь себе ногу. Класс. Практику как в институте, да. Практику как в институте. Приходит мужик, говорит, теперь ты работаешь на заводе за бесплатно. И ты работаешь на заводе за бесплатно. А потом он тебе говорит, что ты молодец, что ты все отработал. Но хуй тебе, а не диплом. Я нашел острый камень, кстати. Я молодец. А что можно сделать из острого камня? Ничего? Класс. Супер просто. Потрясающе. Кстати, напомни, пожалуйста, как открыть в этом списке все рецепты, которые мне доступны. Просто здесь есть... Это не список всех рецептов.
тут есть ничего примерно. Неудобно. О, дорога. Блин, ну ходить по дорогам такое себе. Черная дыра еще связана со временем. Внутри черной дыры время замедляется до такой степени, что оно, по сути, перестает существовать. Так оно изначально не существует. Это, во-первых. Во-вторых, это просто догадки. Никто не знает, что в черной дыре находится. И как она себя вообще ведет. То, что она преломляет свет, окей. Окей, это можно доказать. Это как бы все видели. Но что там прям вот конкретно происходит, никто не знает. И не факт. Так, окей, сейчас мы пойдем по дороге. А в принципе у меня карта открыта немножечко. Тогда кайф, если у меня карта открыта. Это у нас что? Это у нас поле. Почему вопросик? Странно. Так, это у нас полевой кемпинг. Отсюда я вышел. Мотель. А это, наверное, бункер, да? Убежище А23. Ну, я очень сильно надеюсь, что в этом убежище А23 нет никого. Давай, наверное, по дороге самостоятельно дойдем до А23. Я, конечно, очень опрометчиво поступаю. Фигача вот так вот в наглую. Но... Ладно уж. Сколько времени, кстати? 1:23. В принципе, пока ночь... Пока ночь, я думаю, можно дойти. Постараться, попробовать хотя бы. Вроде особо громких звуков здесь нигде нет. Я сам не шумлю, не отсвечиваю, не свечусь. Не кашляю, не кряхчу. Так, мы, наверное, тут дальше по полю пойдем. Поле. Высокая трава. Высокая трава, это не страшно. Мне бы еще источник воды найти. Было бы замечательно. 57 тысяч банок и можно заказать пиццу. Ну, все правильно. Кстати, фига. История. Охренительно. Просто 10 историй из 10. Заказал я, значит, в Додо пиццу. Привезли мега оперативно. Привезли прям... Офигенно быстро. 40 минут она у меня. Может быть, даже меньше. Особо не считал, но привезли на достаточно быстро. А вот сама пицца оказалась таким, блять, я просто хуел. Это был, как он там называется, Додо Микс, что ли, или что-то такое. В общем, они делят пиццу на несколько кусков, да, с разной начинкой. О, белковый рацион. Сюда. Зеркальце. Мне нужно зеркальце? Наверное, нет. Осколок стекла. Пригодится. Пластиковая ложка-вилка. Ручной блок. Херня. Вот. Мешанина. Да. И... Бутылки мне одной хватит. И вот, значит, я открываю пиццу. И... Видимо, при транспортировке, или так должно быть, я нахуй не уверен, но я открываю пиццу, и там просто одна, даже нет, три вторых, то есть большая часть пиццы была просто пустой, на двух кусочках отдельно лежал лук, вот просто полностью отдельно кусочек луком забит был, а второй кусочек был забит помидорами. Я такой думаю, ну ладно, может быть, при транспортировке там пересыпалось, ну бывает, ну что такого. Значит, такой думаю, ну ладно, хуй с ним. Начинаю все это жрать. Веган. Нет, там... Там... В остальную часть пиццы просто была вмонтирована колбаса там куда-то. Ее не видно просто было. Начинаю все это жрать. И беру такой кусок с помидорами и смотрю. Что-то с ним не так, блядь. Ну что-то с ним не так. Я смотрю на этот кусок. Беру... Помидоринку, она, знаешь, помидоры так еще нарезаны были крупно, прям огромные такие куски, прям ломти, блядь, помидорные. Я беру этот ломоть помидорный, смотрю на него, а в нем вот что-то торчит такое странное. Думаю, ну может сыр, так просто вытянулся как-то необычно, может там какая-нибудь трава, блядь. В общем, вытягиваю. Оказывается, это волос, который запекся в сыре.
и запекся в помидоре. Угу. Идеальная пицца. Додо, всем рекомендую, охуенно. 10 пицц из 10 просто. Пластиковый... О, кстати, класс, контейнер. Контейнер мне надо. Блин, забыл настройки лута поменять, чтобы поменьше было. Здесь будет миллион говна. О, человек. 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 Бутылка с чистой водой. Это мне сюда. Это... А, все, да? Место кончилось. А, нет, не кончилось. Где бутылочки с водой возьму, ладно. Пицца 4 сыра. Кстати, вот остальное... Вот этот вот я кусок с волосами выкинул. Остальное вроде, ну, целенькое, чистенькое было. Вот когда я начал пробовать часть с сыром... Ебать, это такое говнище просто. Как это описать словами? Вот тонкое тесто. Следующим слоем идет сыр. Следующим слоем идет еще сыр. И сверху еще сыр. И вот между этими прослойками сыра, который в середине, вот он был, блядь, такой нахуй соленый, что это есть просто невозможно было. Это, блядь, я ебал. Это, я не буду больше никогда у них чего покупать, пизду. Хит Барфельд, добытчик, ни шагу ближе. А что не так? О, ты не один из них, ебать. Да, ну как-то вроде нет. Не зомбика, заходи и только не задавай проблем. Ладно, давай пообщаемся. Чуть не прочитал, как давай поженимся. Ну шо, как поживаешь? Почему бы тебе не пойти со мной? 8%. Кек, давай попробуем. А, я так не думаю. Ну, ладно. Я забыл, как разговаривать с людьми, кстати. А? Нет. Это осмотр. Как с тобой нахуй разговаривать? Это закрыть дверь. Тебя закрыть нельзя. Ты мне написал. Я написал разгромный отзыв, конечно, но... Как бы, если я не планирую у них больше ничего покупать, то... Зачем мне от них скидка на следующую покупку? Суши даром, там норм. Пицца, суши даром. Это что такое вообще? У нас, по-моему, такой нет конторы. Суши даром, блядь. А можно за бесплатно? Сушить. Суши даром. Это в Краснодаре что-то? Пермь, Краснодар, Воронеж, Рязань. У нас, наверное, нету. Ну-ка, выберите город. А, нет, есть. А, нет, нету. Все правильно, да, нету. Все. У нас нету этой конторки. Так что, увы. Так, как с тобой разговаривать? Я не помню. Блять. Е? Да. Ну чё, как? Чем ты здесь занимаешься? Нашел ты убежище, когда бежал от хаоса в городах. Вау. Чё продаешь? Они... Теперь нельзя покупать его эквип. Нет! Блин. Жаль. РП, оловянный порошок, никотиновая жвачка. Ну, такое. Квесты. Есть работа. Ну-ка, рассказывай. На моем ПК находится очень важный для меня софт, который нужен мне на USB-флешке. Фига себе. Ну, ладно, я попробую. Вряд ли я приду, конечно, сюда вообще вернусь. Мусор. Экстренное сообщение. О, кстати, это координаты убежищ. По идее. Краснодар, сила. Да ладно тебе, кстати, найди там Black Silver Уфу. Можешь за ним это побегать. Может, поймаешь. Будешь спрашивать его, когда хоррора. Такое. Пол-литровая стеклянная банка. Кек. Кого? А, ты не смотришь, да? Ну, тогда никого. Тогда не важно. Что-то есть. Аптечка. Фига себе. 21 предмет. Аптечку я забираю. Мыло. Да нафиг надо. Что-то еще есть. Все. Ну, блин, я забыл накрутить нормальный лут. Теперь у меня тут, блядь, миллиард аптечек. Играть будет слишком просто.
Ну ладно, пофигу. Что там с головной бутылки? Отбеливатель. Мыло, веревка. Веревка уже есть. Веревка у меня в кармане лежит. Я табуретки не выперел еще, не сделал. Еще рано для нее. Так, отбеливатель. Мне нужен отбеливатель. Отбеливатель. Вылить на землю сюда. Так, теперь. Две пластиковых бутылки с чистой водой. Вливаем. Пластиковая емкость крыши. Нет, не то. Головная бутылка, да. Контейнер. Головная бутылка. Все, маленькие бутылочки мне не нужны. Я не вижу нахуй где они. Три пластиковые бутылки. Фига. Зачем мне столько? Где тут эта хрень с водой? Все. Пусть лучше галлон будет в этом. С чистой водой. Вода, унитаз. А она чистая? Вода. По-моему, ее кипятить надо. Блин, я не помню уже. Но я бы не рисковал. Ну его нафиг. Так, ну чё. В целом, место хорошее, интересное. Монтерей тут неподалеку. Домик вот есть. Беседка, домик. Назорная башня Миго. Блядь. Отсюда бежать надо нахуй как можно быстрее. Дурацкая башня под жопой. А это ферма, поди, да? Блин, если это ферма, это офигенно. Ферма. Подумать надо. Городской квартал. Ну, в принципе. Можно, конечно, загнаться. О. Брошюра по выживанию МЧС. Слишком темно. Да ёба, народ. Час 30. Можно взять одеялко, поспать. Нет, не на пузырчатой пленке. Спасательная куртка и одеяло. Вот в одеяло завернуться, вздремнуть в подвале. Надеюсь, к нам никто не забурится в это время. Где-нибудь в туалете. Здесь вот. Так. По-моему, надо было бросить его на пол. Его вообще использовать надо. Шкафы. Нет, его надо бросить на пол. Блин, оно свернутое какое-то. Лечь спать. Ну, допустим. Нет. Да, блять, я забыл, как ждать. О. Нет, это не то. О. Подождать до рассвета. 2 часа. Жажда. Легкий голод. Надо похавать. У меня есть еда. Где-то была. Ну, в принципе, можно лопух сожрать. Как-то. 180. Ладно, жрем тушенку маленько. Вы не был... вегетарианец, похер. Тушенка норм. По идее, должно быть светло теперь. Допустим, минут 30. О! Вот теперь зашибись. Вот теперь хорошо. Осталось только не сдохнуть при этом. Что у нас тут? Я хожу груженный камнями.
Ну, к счастью, здесь никого нет. Что очень даже странно, зомби-крепыш. Так, они, надеюсь, меня не заметили. Хотя идут в мою сторону. Очень даже настырно идут. Ты меня по запаху, что ли, чуют? Ой. Что-то потемнело. Туман. Блять. Ладно, сейчас мы аккуратненько. Сейчас я в присядку. Ползку. Ебать, ползку. В присядку. Сейчас мы в присядочку. Аккуратненько. Не торопясь. Бля. Нахуй. Бля. Пизду. Я побежал отсюда. 95-я винда, это... Да? Это же катаклизм. Че, в катаклизм не играл никогда? Ты вообще радуйся, что... Я осциграфику не включил. Нам пизда, кстати. Нам такая пизда. Мелодия? А, это радио. Это радио. Захват. Отпусти меня, гниль. Ай. О-о-о. Ну, из этой ситуации нет выхода. Все, это конец. Ёбаный рот. Класс. Ладно, зато мир переделаем. Так, его надо удалить. Создать новый. Пенсоки. Пойдет. Так, пригород, хреныгород. Где-то С. Я сказал С. Не менеджер модов. Странно. Что не открывается? А почему? А, все. Такс. Размер городов, расстояние, тра-та-та. Коэффициент рождения предметов. Поставим 0.00000060, скажем. 0.65. Где-то процентов на 40 меньше, чем было. Чем выше число, тем меньше неписей. Это пофигу. Так, с этим все. Понятно, типа регионы по умолчанию пофигу. Пусть будут старые. Постепенный прогресс. Достижение для разблокировки определенных сценариев профессии. Нахер надо. Так, менеджер модов. Так, порядок загрузки.
это. Поэтому, наверное, не надо. Все остальное, в принципе, нахер не нужно. Ну, первую помощь я бы еще взял. Все. Так, здесь по пулам у нас что? Все, это максимум. Окей, тогда так, восприятие. Та невидимость на игровой глобальной карте. Все, подтягиваем до десятки. Мы уже в минус один уходим, да? Тогда до девятки силу в максимум. Здесь даже брать ничего не буду. Хотя мы и так в ноль вышли. Наверное, не буду ничего брать. И здесь тоже не буду ничего брать. Случайное имя, пусть будет. Слишком много очков черт распределили. Блядь. Ладно. Пусть будет 11. Так, пусть будет женщина. Нет. Внешность тоже будет женщина. 18 лет. 16 лет. Это анимешная девочка будет высоченная. 175 сантиметров. Поехали. Так, вот и мы. Зовут нас Марселена Мендес. Мендес. Окей. Ну, в принципе, пойдет. Темно тут. А тут уже не темно. Бумага. Кстати, а что у меня есть вообще? Карманный нож. О, фига себе старты. Спички, ножик, телефон. А что можно с телефоном делать? Трекер потребления калорий, камера, книжки, приложение SD-карты, внешнее хранилище, музыка, управление кабелями. Фига себе, кабели приделали. Так, бубы, да. Курьерская сумка. Место у меня есть, значит. Место у меня есть. 57 килограмм, 19 литров. Бумага. Бумагу я возьму, хорошо, пригодится. Может быть, понадобится что-нибудь разжечь. Разнообразное ПО. Да, сюда. Телефонная книга. Ладно, тоже возьму. Может, реально понадобится что-нибудь разжечь. Может быть, здесь нет этого самого. Ничего. Консервная банка с томатным соусом. Беру. Рыбка. Макарошки. Ну и сырые. Сырые жрать не буду. Стволы в пригороде. Калика Квин. Развлечения. Потом. Некогда развлекаться. Че тут лута до хрена? Че-то прям реально лута до хрена. Ну, как бы... Ой, что-то такое. Зомби-ребенок. А в смысле? Откуда здесь зомби-ребенок взялся? Оп. Странно. Да здесь все, что нужно для жизни, есть. Это что, какие-то комнаты? Темно, блин. Норм. Закулисная комната. Ага. А, понял. Такие же стены, просто серые. Ну, в принципе, все, что нужно для жизни, есть.
Перчатки, рваные джинсы, футболка. Наживка. Угу. Карта у нас, конечно же, не существует. О, Вестминстер. Здесь город есть. То есть есть неиллюзорная вероятность того, что я сюда вылезу. Угу. Интересно. Картон. Что можно сделать из картона? Ничего. Ладно. Так. Я просто думаю, что мне вообще надо. А флешку, блин, через телефон не проверишь, наверное, да? О, суки какие-то. Ух, ёб твою мать. Обычный зомбяк. Мне кажется, 16-летняя девочка его не ушатает. Надо чем-то вооружиться. Может, палку нибудь сделать? О, плюс доски. Деревянная дубина и дубинка. Дубина 130 сантиметров. Дубинка 65. Ну, блин, копия. Заостренная палка. У нас есть заостренная палка? Можем сделать. Молоточек деревянный. Блин. Видимо, нет. Ладно, пусть будет дубина. Это типа так дубина выглядит. Ага. Ладно. Почему бы и нет? Получится ли ей драться? Вот вопрос только. Так, сумочку я сброшу пока. Не, ничего не должно мешать драться. Она как-то умудрилась, кстати, засунуть две бутылки с водой себе в штаны. Я типа понимаю, там упаковку спичек, смартфон, вот это вот все, ножик карманный, это все в штаны лезет, окей. Блять, две бутылки воды? Это уже что-то новенькое. Пусть пока здесь поваляется. Пойдем гнобить одну тварь. Без стиля. Надеюсь, не сдохнем. Надо, кстати... сделать S. Ну, в смысле, сохраниться. Так, мы вроде все, целые, живы, здоровы. Сохранились даже. Рискнем. Здорово, гнида. На. Зомби кусает нас в руку. Ай. Голову, правую ладонь. Ау. Ну что, бессмертный, что ли? Умер почти. Ой. сигареты, кстати. Все грязное. Так, постирать, постирать. Воды тут, наверное, нет нигде, да? Звездные трусы, шорты. Давай сюда смартфон. Деньги мне не нужны. Все остальное можешь себе оставлять. Я теку?
Блять, я теку? Нет. Нет. Слабое крутение в торсе. Пизда. Я ж так и протечь могу. Мне нужна ткань какая-нибудь, начать порвать. Что-нибудь надо порвать. Щепки, сумки. Сумку сюда. Так. Трусы. Мне не нужны трусы. А, блин, если порвать трусы, наверное, из них не получится же, да? Ни хрена. Женские трусы разбираются на нитки, сука. А если так? Разрезать предмет. Трусы. Да. Судя по всему, ничего из этого не вышло. Блин. Придется резать носки. Уже на нитки. Разрезать. Минус носки. Мне это тоже ничего не дало. Серьезно? Она не смогла сраные носки порезать на тряпке. Пиздос. Так, ладно, если разобрать водолазку. 3 хлопковых листа. А если порезать... Водолазка. Да. 13 хлопковых лоскутов. Пойдет. Двухточечный ремень. Рваные джинсы. В смысле? Это не поможет ни одной конечности. Да ёб твою мать! Как она называется? Забыл. Резко. Какая тупая смерть. Кровотечение остановилось. О, отлично. Ну, зато мы теперь голые. Своего рода плюс. Кстати, что здесь? Мусорное ведро. Жаль. Кстати. Копья. Заострённая палка? Ну,
Доска, метла, палка. Сейчас сделаем. Копье, по-моему, лучше, чем дубина. На, получай, дурацкий вумп. Чем бы оно ни было. Ломается ни хрена. Столы дурацкие, сука. О. Щепки. О, доска есть, класс. Блять. Застрянная палка. Сюда. Копья. А, нифига, это говно теперь разворачивается. Прикольно. Самодельное ножевое, палка с шипом. Простое ножевое копье. Заостренную палку я уже сделал. Типа это все копье. Там же вроде со осколком стекла еще что-то было. Стальное ножевое. Окупная булава. Ебать. Стетоскопы, ножевое копье. Ну, типа... Деревянный штырь. Палка с шипом. Я так понимаю, нужен шип. Длинная палка и всякая хрень. Длинный кожаный шнур. Ну да, это нож прикрутить к палке. Это неинтересно. Блин, неужели нельзя просто взять, перекрутить осколок стекла? Видимо, нельзя. Там, где там этот зомби-ребенок был? Зомби-ребенок. О, я что-то слышу. Оп, что это такое? Это обычный зомби. Блин, он меня закопает нахрен. Их там еще и много, походу. Бля. Давай. Ну, копье справляется лучше. Лучше ожидаемого. Блин, я вот не помню, только у палки-то есть возможность херачить на два блока. Средний урон в ближнем бою. А если, скажем, да бляха муха. Копья. Так, длинная заостренная палка. Окей, а как сделать длинную палку? Палка, но длинная. Сука, никак, походу, не сделать. Только из кустов она лутается. Ну, то есть мы в говне. Вот бы кувалду найти. Было бы так здорово. Было бы прям потрясающе. А что мне жрать? Консервы-то закончатся скоро. Вот дверь какая-то. Блять, зомби-ребенок.
Может, на нем проверить? Быстро развести огонь. Подтянуть. Ой, использовать их как копья. Ну, как метательные копья. Ну нет, с такими навыками ворот она далеко не уедет. Да ёб тебя за ляжку. Здесь слишком много. Слишком много. Так, сладненько. Пусть пока здесь полежит. Забрать мебель. Вламывание, закручивание винтов. Инструменты. Чем не поможет деревянный молоточек, интересно. Мягкого забивания. Ну, это бесполезная штука. Дрель для камня. О, деревянная игла. Если все как раньше, то в принципе штука хорошая. Пригодится. Стулья? Блядь, табуретки? Кто? Какая тварь придумала объединять рецепты в спойлеры? И не писать при этом, что из этого доступно, а что нет. Сволочи. Сволочи. Яси, ты проснулся. Здорово. Надо курнуть. Надо курнуть и подумать, что делать. Что это за бочка вообще? Кулер. Это кулер, ебать. Ебать его в сраку кулер. Что можно сделать со сраным кулером? Кулер с жидкостью 12 чистой воды. Я могу пить из него, она чистая. Кайф. Видел наличие стрима. В смысле, воскрес, куда ты умирал? Так, кулер — это очень хорошо, это значит, что у нас будет по крайней мере вода. По крайней мере вода.
По-хорошему, мне нужна отвертка. Мне нужна отвертка. Инструмент со значением забивания 2 или выше. Хорошо, значит, изначально нам нужен молоток. Деревянный не подойдет. Блять, молотый кофе, нахуй. Да, именно то, что я имел в виду. Молоток. Самодельный. Забивание 1 или выше. А что у нас есть со значением забивания 1 или выше? Инструмент со значением забивания. Так. Забивание 1. Да, потрясающе. Так. Мягкого забивания не подойдет. Заостренная арматура. Ну это пиздец, я не выкую это. Кувалда, блять, конечно, нахуй. Стальной обломок. Откуда я тебя возьму? Костяной молоточек. О! Кость. Опять мягкое забивание. Да ёб твою мать. Самодельный ломик. Чтобы сделать, сука, молоток, тебе нужен молоток. Ну ёб твою мать, ну как так-то нахуй? По-хорошему, забиванием обладает еще ряд предметов, там вроде камней, что-то такое, арматура может какая-нибудь. Но, блядь, где я вам в бэкрумсе, нахуй, найду арматуру? Пиздос просто. Ладно, оружие мне нужно, хоть какое-нибудь. Посох, посох, это все хуйня, режущая, мы не накопаем. Колющая, желательно длинная, заостренная арматура, нет. Рапира. Так, из копий что доступно? Живое копье мы не сделаем. Длинную палку мы тоже нигде не достанем. Заебись, блять. Все. Пластиковая заточка, нахуй. Мы тут уже слишком долго сидим. Да нормально. Чё, мне нравится. Вы хотите другую игру? Вы хотите другую игру? Если вы хотите другую игру, так и скажите. Я как бы не то чтобы сильно против. Так, дайте мне мою палку заостренную. Да, блять, в руки взять. В смысле положить в инвентарь? А, блять, ёбаная игла. Положить в инвентарь. Так, все, пошли с палкой драться. Да и это прикольная. Прикольная сука игра. Прикольная сука или игра? Так, с чего я тут еще не исследовал в этом вашем бэкрумсе? Ничего нет. Там, скорее всего, тоже ничего нет. Ожидаемо. О, зомби-ребенок. Блять, их двое. Пизда. Двоих я уже не потяну. Нахер. Слинять отсюда надо. Передохнуть маленько. Так-то лучше. Так. Еще раз попробуем. Драться объективно нечем. Вообще, блядь, нечем, просто нечем драться. Ёбаную палку, блядь, затащил и все. Они где-то здесь были, да, оба? О. Дай на свет хоть выйдем. Мы сильно промахнулись. Зомби-ребенок кусает на левую ногу. Заебись. Бейся на кулаках. На кулаках очень мало урона наносится. Очень мало. Двенашечка. Промах, 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 двенашечка, промах, 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 двенашечка. Пиздец, как мне с этим жить? Как мне нахуй с этим жить? Это нереально. Сколько там было?
Так, двенашечка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять промахов, нахуй. Пять. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можно ли... Можно ли здесь отдохнуть? Нет, именно отдохнуть. Свет рано. Свет рано вырубился. Да чё тебе ещё надо, блядь? Отстань. Рубайся обратно. Весь. Продолжим. Так, надо отдохнуть. Часок буквально поспать. Посидеть хотя бы просто. Все, вроде все ок. Немножко больно, но я думаю, она потерпит. Еще за одну заостренную палку. Ложить на землю. Все. Возьму с собой просто. Не влезает. Ладно. Возьму тогда эту. Она вроде целая. Погнали драться еще. Ох, ёб твою матерь. Нам пизда. Нам пизда. Он словно из варпа вышел, блядь. Стоим, отдыхаем. Экономим ловкость. Вернее, выносливость. Где эта тварь? Сюда иди. Иди сюда, на свет. На свет. Блядь, куда ты пошел, нахуй, черт? Иди сюда. Есть попадание на семерку. Хватает нас за правую ногу. 7-5. Моя рука. Ебать, она попадает. Еще и криты проходят. Это потрясающе. Ай. Вот бы еще вспомнить, как. Нет. Вот бы еще вспомнить, как лечиться. Я потому что вообще не помню особенности лечения в этой игре. Вроде как надо было бинты накладывать, и тогда все будет окей, но... Но это не всегда помогает. Каска. Штаны. Там какие-то предметы лежат. Кошелек с деньгами. Мало комплект доставки кислорода. Хуйня полная. Черная тканевая маска. Это я заберу помоем. Каску помоем. Пожарные штаны. Наверное, оставим здесь валяться. Не нужны. Просто вода у нас супер ограничена. И мне это нихуя не нравится. 2,5 литра осталось. И тратить ее на то, чтобы вещи себе стирать. Вот такое. Каску вот напялю грязную. Это пока выкинем. Так, что там? Тканевая маска. Лоскуты с бумагой тоже пусть валяются тут. Окурок тут даже. Книжка. Флешка. Иголка. Все туда. Погнали нахуй. Там еще одна чертила. Гнилой. Но я надеюсь, она нас не сильно потрепает, но у нас торс уже желтый. Торс у нас уже в говне.
Так, двенашечка есть. У него уже пол хп нет, кстати. Еще тринашечка. Еще пятнашечка. Он уже почти закончился. Ебать, она уворачивается просто потрясающе. Ну, он был пустой, в общем-то. Эх, да. Мне не показалось, там 2 миллиарда врагов. Блять. Ну давай рискнем, ладно. Нет, она кусает мою жопу. А-а-а! Сучка. Лаклаву я забираю. Фонарик налобный, да. Чулки, бикини, желтый чехол, блядь, для смартфона. Это то, что я искал. Мотоциклетные ботинки, да, шлем, да. Жилет с флешкой. Сюда. Пойду-ка я посмотрю, что у тех чертей осталось. Я, походу, их не до конца утонул. А где мы с ними боролись-то? Внизу где-то. Так, что у вас там, говорите, осталось-то? Трусы, носки, костюм, заебись. Угу. Понимаю. Смартфоны. Смартфоны пусть пока лежат. Консервная банка с томатным соусом пока не надо. Сигареты, флешка. Так, это туда. Флешка. Спрос приложение SD-карты. Так, что я загрузил? Включить музыку. А? Хуеть, блять. Спасибо, нахуй. Кто-то шаркается, блядь. Кто это, гнида? Кто это? Зомби-врач. Ну, есть шансы, что я его... Нет, блядь, нету шансов. Пизду. Торс желтый. Легче сдохнуть. Так. Дайте подумать. Терминал слишком тяжелый, что ли? Сука, он еще сломанный. Кусок говна. Там еще темно, как в жопе. Ломайся давай. Нахуй я его... Хотя... Ай, пизду, пусть стоит. Это что такое? Картотечный шкаф. Ну, он вряд ли сгодится, как... Этот самый... Как прикрытие двери, но ладно. Надеюсь, здесь меня никто не достанет. Если мы сейчас ляжем спать, мы сразу отбросим коньки или попозже? Сохранимся. Будильник не ставить. Сон никак не идет. Продолжить попытки. Не хочешь спать, да? Хорошо, я тебя понял. Ну, давай хотя бы отдохнем. Давай хотя бы часа два здесь посидим, полежим там. Диван замедляет ваше передвижение. Удивительно, нахуй. Как так? Легкий голод. Это я могу поправить. Так, большая консервная банка пойдет. Я поел или нет? Голод легкий. Видимо, нет. Томатный соус.
Контейнер. Бля, чё за тупость? А, отменить это можно? Потребить. Чё-то как-то это очень странно всё, ладно. Типа, мы открыли томатный соус. А банка испарилась, и нам куда-то надо деть этот томатный соус. Охуенно, блядь. 10 томатных соусов из 10. Ладно, поехали драться. Критический провал, в смысле? Кто куда кого порвал? Неправда. О! О! Хавчик с водой! Еще и полотенце. И банка стеклянная, все забираю. Вот это подгоны. Вот это подгоны. Не зря сражался, получается. Зря сражался. Так, консервная банка, картонная коробка с овсянкой, пластиковая бутылка с водой пусть валяется. Что там еще ненужная мне? Банка нахуй не нужна. Полотенечко туда же. Все. Эх, одежку бы себе найти. Не зомби. Ну или воду хотя бы. Грязную. Которую можно что-нибудь помыть. О. Ты кто? Обычный. Ну, давай попробуем его зашатать. Правда, у меня торс все равно в говнище. На, нахуй, кровотечение. Минус торс, кстати. Колготки! Да. Возьму сорочку. Чисто потому, что я, блядь, протекаю, нахуй. Просто потому, что я протекаю. Слабое кровотечение из торса. Болезненный укус. Хуйня. Сейчас все исправим. Придется, правда, чистой водички потратить немножко. Ну ладно. Чего уж там. Так. Чтобы сделать все красиво, нам понадобится что? Нам понадобится... А где? Нету. Если разрезать... Сорочка, 2 секунды. 4 хлопковых лоскута. Чтобы сделать какой-никакой бинт, нам понадобится... Ёбаный антисептик. Для самодельных бинтов нужны один хлопковый лист лоскутный, либо хлопковый лист. Интересно, где их брать? Хлопковый лоскут. Нам нужен лист. 4 обрезка, 16 лоскутов кожи, обрезки кевлара, это не то. Резка ткани 1 или выше. 26 обрезков хлопковой ткани, 1 хлопковый лист. А мне, по-моему, хлопковый лист нужен был для бинта, да? Хлопковый лист и нужен, да. Так, хлопковый лист, хлопковый. Один хлопковый лоскут. Лоскут. Блять, полотенце хуярить на это. Ну ладно. Придется. Самодельные бинты. 3 штучки. Эх. Как тут бинты работают, я уже забыл.
О, уснул наконец-то. Блядский рот твоего казино. Бегу пока что. Опа. Это мне надо. Мыльница. Стиральная сода. Можно вещи стирать. Кайфово. Да это же святой толчок с водой. Надо сюда прийти и шмотки отстирать. Набор для бритья, полотенце. О, да. Перекись водорода. Класс. Я даже мыло заберу. Кофеин. Отлично. Так, там зомбоед, я его слышу. Так. Надо в кулер тогда налить чистой воды. Сейчас попробовать. Вроде должно получиться, отстань. Так, допустим, перекись водорода нет. Где-то у меня были бутылки. О, нет. А где? О, чистая вода. Так, в контейнер. Блять, в банку. Нет, в банку не надо. Или взять их туда, там постирать. Блин, дай-ка туда, нахуй, возьму, там постираю. Выкидывать все. Лишнее. Такс. Набор для бритья с мылом. Ну, бриться мне не надо, наверное. 16-летней девочке надо бриться или нет? Не уверен. Так, полотенце туда. Перекись водорода пока у меня полежит. Кофеин туда, бритва туда, мыло тоже тут. Хотя нет, мыло оставим. Это пусть у меня остается. Пока что все. Далее, чистая вода. Раз уж мы будем базироваться здесь... Надо попробовать кегу. Ага, то есть кулер можно наполнить водой. 2 литра. Отлично. Отлично, это очень хорошие новости. Кегу. Все, у меня должно быть 2 пустые бутылки. Класс. Так, перекись. Вымыть твердые вещи. Применить крайне к торсу. Ну, все, пока что будем ждать заживления. Так, вещички мне нужны. Мы будем отстирывать балаклаву. В принципе, там отстирывать-то больше и нечего. Ну, из такого, что стоило бы отстирывать. Пусть этот придурок пока ломает
Ты меня видишь, что ли, сука? Лоскут. Не хочу лоскут мыть. Почему его помыть-то нельзя, блять? Ладно. Можно каску отмыть. Зато у меня теперь есть чистая каска. Так, ладно, видимо, это надо делать стиральную доску. Вот это вот все. Уже потом. Это уже потом. Где-то здесь шалобродничает зомбарек. А его тут не видно. И где-то тут ходит зомби. Острый соус мне не нужен. Странно, какие-то звуки нехорошие. Набор для взятия крови. Но это мне тоже не надо. Блин, там коробка. Но его не скрыть. Ящик. Ой. Нечто. Что ты, блядь, такое? Зомби-ребенок. Ну, зомбить идея, я думаю, она потянет. Футболка. Да что ж, все не по размеру-то, блядь. Она же вроде 16-летняя девочка. А и все, что-то не по размеру. Разве они не рождаются универсальными там? Со стандартными заданными параметрами. Файлы. Для чтения, блять. Рюкзак, хуя. Сюда. Рецептурный стимулятор. Нахер не надо. Дракул. Классное шитье. А это... А для чего это? Может поднять уровень навыка общения. Блять, зачем? Топить разве что. А вот шитье надо почитать. Чистая водичка. Обычная палка. Сверхмалая батарейка. Ну, пригодится. На какое-нибудь далекое-далекое будущее. А может быть и на никогда. К счастью, тут ничего нет. Ёбаный бэкрумс, блять. Не хочу далеко уходить от дома, но... С другой стороны... И терять нечего, и делать нечего. Вода не бесконечная, опять же, она супер быстро заканчивается. Её, наверное, вообще лучше экономить. Брать ее негде. Источников воды здесь вообще нет. Ну, кроме кулеров, конечно. Ой. Бля, это окна шавка, нахуй. Она ж меня догонит. Надо срочно скрыться. Все, она уже устала. Маленькая жалкая девка, ёб твою мать. Ладно, они хоть теряются быстро, блядь. Пить кровь убитых врагов? Ты будешь пить кровь зомби? Думаю, 16-летняя девочка не рискнула бы. Есть еще один нюанс, я потерялся, нахуй.
Так, окей, все, порядок, я нашелся. Что такое? Опа-на. Внезапно. Деньги, карта учета. Какая-то книжка. Папка с переплетом. Ебать. Планшет, нахуй. Да похуй. Ручки, флешка. Блять, они эволюционируют, что ли? Ёб твою мать. Зачем здесь эволюция? Нет. Они же через два дня, блядь, станут неубиваемыми, нахуй. Так, блядь, я реально потерялся. А, все, нашелся. Да, все, я нашелся. Смотря что это даст. Дерьмовый привкус во рту, отравление, смерть. Что еще это может дать? Так, здрасте, приехали. А как я сюда попал? А, вижу. Вижу. Эти ебучие зомби, нахуй, отстань. Фу, блять, ну и приключения, конечно. Так, планшет, планшет. Пусть пока у меня поваляется. Книжку обязательно оставить, этот сжечь нахуй. Выкинуть. Мыл пока не надо. Лоскуты не нужны. Бутылки. Бутылки. Балаклава. Все туда. Так, курьерская сумка, два предмета. Пусть пока здесь полежит. Я пока рюкзак напялю. Блять, он... На 40 литров, 57 килограмм. А этот? На 57 килограмм, но 19 литров. Лучше я, наверное, похожу в школьном, блядь, рюкзачке. Пустая. Так. О, что-то у меня настроения нет нихуя. Поехали. Отсортированные фотографии. Ха-ха, смешной фотокотика. Заебись. Зомби вгоняют печаль, да? У него вся жизнь такая печальная. Хотя и не факт. Так, кабели, кабели. Да похуй. Читать книжки, сохранить книжки, приложение SD-карты. Понятно. Планшет нам не нужен. Сигареты холодные. Бахнем парочку. А чё я припёрся домой? Я уже забыл, блядь. Зачем я здесь? Ладно, делать нечего. Пойду книжку почитаю. Чтоб поспать? Нет, спать она точно не хочет. Она хочет умереть. Но, к счастью, я все еще помню, что зомби в дверном проеме имеют дебафы. Поэтому смерть нам еще пока что не грозит. О, флешку нам принес. Класс. Надо его отсюда убрать.
чтобы не мешал. Я, блядь, протекаю нахуй. Так, стиральная доска пойдет. Побриться. Так, постирать. Хлопковые лоскуты. Течет ли она, интересно? Девять новых фотографий. О. Кажется, у вас была похожая собака. А, все, мы не протекаем. Все, окей. А, тогда самодельные бинты, конечно же, хуй там плавал. Понимаю. Ладно, читаем шитьё. Потрясающе. Шитьё первого уровня. Сюда. Шитьё до одного. 30 рецептов. Пусть пока со мной побудет. Так, что мы можем сделать теперь? Что мы можем теперь сделать? А нихуя. Понимаю. Так, мне нужны нитки. Распиливание, блять, металла. 5 лоскутов и 7 ниток. 7, сука, ниток. 7, блядь. А мы можем расхуярить один короткий шнур? Можем, наверное. Короткий шнур. О, 50 ниток. Да, сюда. Каев. Такс. Бронья. Надо что-нибудь для торса зафигачить. Блять, пыльники нахуй. Водолазка. Со значением вязания. Но это не пойдет. А, может быть. То есть шить она ничего не может. Ой, блять. Пряжа 478. Ёб твою мать. Ну тогда нахуй книжку. Нахуй эту книжку. Пиздец. Целых 7 ниток, да? Целых 7, сука, ниток. Все. Типа, ну, блять, реально все. Тасовка. О. Рукопашную без оружия или практически с любым оружием. Это некрасиво, не спортивно, но принесет результат. Я надеюсь, она сработает с палкой хотя бы. По оружию. Урон в ближнем бою. Девятка. Дубина. В ближнем бою дробящий 16. 173 ходов на атаку. 100. Ну, копье явно быстрее. Просто дубина.
10. Но она быстрее, кстати. 81. Гораздо быстрее. 173. 120. Ну, это пиздец. Давай попробуем дубину. У нее, в принципе, дробящий урон десятка. И она очень быстрая. Поэтому, возможно, она покажет себя очень даже хорошо. Дубина. Нихуя себе она выглядит, конечно. Как реально настоящая дубина, блядь. Ух. Че, пойдем на разведку с торсом 2. Желтый торс, и нам пизда. Тут нихуя нет, я в принципе и не удивлен. А вот тут ходит наша испытательная цель. Я ее уже слышу. Надо ее только найти. Как-то выманить. О. Ебать, нихуя себе. Так-так, настольные вентиляторы, дыроколы, бумажки. Хуяшки книжки. Кожевная мануфактура. Это полезная книжка. Механик или профессионалов пойдет. История царского юноша. Вернее, иранского. Книга, классическая литература. Все хуйня. Пососная. Так, здесь что? Хуета. Складной зонт. О, да, блять, это мне очень поможет. Это мне очень поможет. Сельский вестник. Марихуана. А? А? Так, флешка. Имеет ли смысл их вообще подбирать? Противогистаминные таблетки. Нахуя? Зажигалка на бутане. О, ебать, здесь можно что-то покупать. Кредитка, на которой, блядь, даже цента нет. Вернее, 5 центов. О, да, я на нее очень многое куплю. Стальная цепь. О, ебать, сюда. Шприц тоже пригодится. Попью маленько. Так, ну что, цель испытаний. Ой, бля. До свидания. Меня здесь не было. Вас слишком много. О, вот ты подойдешь. Пойдем. Вставай в проем. Ай, блять. Торс попал в грязь. Ну такое. Игровая приставка. О, сиги. Ну такое. Надо идти обрабатывать все это дело. Просто выживать уже Unreal. С торсом 2 тут мало что можно сделать. О, Фиона, ни хрена себе, а ты, время 2 часа ночи, а ты сидишь у меня и смотришь, блядь, за катаклизмом, серьезно? Ладно. Мне просто казалось, у нормальных людей там жизнь есть, чтобы на катаклизм не смотреть. Хоть жвачку поем. Так, ладно, дубина показала себя как полное говно. Не нравится. Верните мне мою заостренную палку. Я буду драться, блядь, заостренной палкой, нахуй, до конца. Катаклизм популярен? Кто тебе это сказал? Не слушай их, это все пропаганда. Что делать-то, блядь? Мы в говне? А, она сразу заснула. Торс начинает заживать, кстати. Вы чувствуете, что рот мерзнет? Ах.
похавать что-нибудь. У меня есть 10 сигарет, я могу съесть 10 сигарет. Консервированные помидоры. Пойдет. Хаваю. Все, консервированных помидоров достаточно. Спим дальше. Шарканье. Блять, эта гнида сюда приперлась. Но он же выбьет нахуй дверь мне. Чертила, где ты тут шароебишься? Пойдем. За мной пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Давай в проем встаем. Так, я сюда встану лучше. Эй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ебать, пояс для инструментов. Охуеть, сюда. Кожаный фартук. Вот это вот все постирать бы. Постирать бы. Было бы прям, ну, классно. Но, увы, увы. Я не стиралка, не посудомойка. Не стираю. Нечем стирать. Негде. Так, мы не протекаем, вроде все окей. Давай спать. Я сказал спать. Спи, блядь. Давай. Тебе надо хорошенько выспаться, понимаешь? Ладно, я понял. Ты хочешь по-плохому. Ты хочешь по-плохому, я устрою тебя по-плохому. Так, практика. Практика, ближний бой. Выше одного. Перевязка. Для тебя, блядь, по дереву. Ближний бой. Повертитесь вокруг предмета в форме оружия, чтобы попытаться прочувствовать N. На что может быть похож бой? Ага. Подожди. Ближний бой единичка, 18%. Если я, допустим, буду практиковать ближний бой, положить на землю. Так, практикуем. Да. Мы слегка устали, это нормально. Прекратить. 18% был ближнего боя, 18% ближнего боя и осталось. В принципе, в практике тогда смысла никакого нет. Лучше тогда использовать тренировочки. Тренировочки быстрее будут утомлять. И, соответственно, будем лучше с этим делом справляться. Мультитул, ебать. Зомби просто принес мультитул. Ну ладно. Почему бы и нет? Он, правда, меня чуть не ушатал. Но это уже, видимо, частности. Так. Цвайцимбер. Доска с ручкой и острием. Достаточно большая, чтобы для нее потребовались две руки. Не слишком хорош для рубящих ударов, но гораздо лучше, чем доска сама по себе. 16 дробящего. Меч-доска. 12 дробящего. Это полный трэш. Это полный трэш. Деревянное копье. Одна длинная заостренная палка, либо одна длинная палка. Я, блядь, не достану длинную палку здесь нигде. Длинная палка, насколько я помню, единственное место, где ее можно достать, это кусты в лесу. Либо, нет, по-моему, даже в кустах. Нет, она очень редко в кустах спавнится. Но основной ее источник это... маленькие деревца. Деревья маленькие, которые в лесу растут. Здесь нихуя не растет. Гетто. Что это такое? Простые деревянные гетто. Японские сандали в форме скамеечки. Сейчас бы японские сандали, блять, крафтить себе. Прялка с веретеном. Класс. Деревянная миска. Класс. Кисть малярная. Стиральные доски. Помывочный набор, стиральная доска, чистящие средства. Да? Почему нет?
Блять, меч. Доску, что ли, крафтить теперь? Стан на один ход, отбрасывание один тайл при критическом попадании. Ебать. Качество готовки. Ха. И как мне, а в принципе, какая разница, как мне? Жажда сильная, голод небольшой. Это мы сейчас исправим. Попить-то у меня есть. А вот спа есть, наверное, будет проблема уже. Помидорки. Эти помидорки-то заканчиваются к хуям. Создание. Так, нет. Смотреть близлежащий ландшафт или мебель. Сука. Разное. О, заниматься упражнениями. Режим вора. Чего? Вы не будете подбирать чужое имущество. Кек. Ладно. Заниматься упражнениями. Да. Сначала освободите руки, да бля. Упражнениями. Да. Легкая. Минутах. 120 минут. Прекратить. Все, можно спать, отдыхать. Дверь закрыл, все, окей. Кстати, а если сделать вот так? И вот так. Она не закрывается теперь, да? Блять. Ладно, похуй. Отдыхаем, сохраняемся, спать. Чувствуете, что рот мерзнет. Ну, как бы торсу полная пизда. И бинты я ни с чего не сделаю. Лоскут, хлопковый лист. Лоскутный. Хлопковый лист, либо хлопковый лист. Так, окей, хлопковые листы. У нас есть хлопковый лоскут и обрезок хлопковой ткани. Заебись, блять. А мы можем их крафтить? Лист. Хлопковые листы. Электрическая прялка. Прялка. Из ниток. Опять же, нитки. Так, окей, подожди. Где-то у меня была... Это хуйня для очистки. Помощный набор. Нитки отмыть. Пусть для инструментов отмыть. Чисто 21. Наебать. Нет, это дорого. Давай-ка мы только нитки отмоем. И захаваем что-нибудь заодно. И водички пизда. Модные сандали всегда пригодятся. В смысле? Нет. Чё? Какие нахуй сандали? Скамеечки? Нет уж. Лоскутный хлопковый лист. Сюда. Теперь-то мы сможем найти бинты, да? Так, 3 бинтика. Самодельный бинт по памяти. Один? Бинт не наблюдаю. А, вот бинт. 5 самодельных бинтов. Да ебать. 4.
Перевязка. Плохо, плохо, плохо. Сука. И ничего с этим не сделаешь, да? Класс. Что я могу сказать? Все. Приплыли. Надо где-то воду найти. Надо где-то воду найти. Надо сходить за едой. А там поди зомбарей немерено. Понаспавнились. Ну конечно, блять. А чё нам? А хули нам? Да блядский рот этого казино. Ну пойдем, пойдем, я тебя трахну. Он меня хватает, блядь, за торс. Ну, он хотя бы умирает. А торса нет, а торса нет, все. Она без торса, блядь. У нее больше нет торса. Я могу только нахуй пойти, получается. Нет улучшений. Средне в плохо. Кек. Идем умирать, чё? Шапка. О, чепчик пришел. Нихуя себе, в 2 часа ночи. Вы чё, не спите все? Вы чё, больные, что ли? Мы, кстати, тут тебя собирали в этом катаклизме. О, кофеварка, кстати. Только ты очень быстро умер, потому что решил днем сходить в город, а там зомби тебя догнали, в общем, и съели нахуй. Бутылка для приправ. Чистая водичка. О, сюда. Сюда. Зачем ты меня убил? Это не я. Ты сам полез в поле к зомби. Я только смотрел. Это все ты сам. Сука, гнилая. Ты, если что. Блять, отстань, нахуй. Ебать. Зомби военный. А я с палкой, блять, острой хожу. Сука, с гнильцой. Не исключаю таких вероятностей. Когда будет, блядь, заказная игра? Сколько мне еще ждать? Я уже накопил достаточное количество баллов, чтобы заказать 4 игры подряд, блядь, пока ты там раздуплишься с Энтекен. Лейся до последнего. Это ты про водичку, я надеюсь. Надо было все манатки с собой забрать, наверное. О, кола. Сюда. Ебать, генерация дверей. 10 дверей из 10. Отстань, бабка, отстань от меня, блядь.
ты бесит меня. Ёбаный бэкрунс, сука. Зомби ползунут. Ползун это хуйня, если его не игнорить. Зависимо от Текин. Ничего, ничего. Скоро отпустит, наверное. Отъебись от меня, ползун ебучий. Кстати, можешь за 50 с копейками тысяч банок с мусором купить себе пиццу, прикинь. Я недавно пиццу в Додо, блядь, заказал. И все, нахуй. Я больше никогда не буду у них пиццу заказывать. Они привезли мне, блядь, пиццу с волосами. Зажаренными в этом, в помидорах. Лучшая, нахуй, пицца, что я ел. Очень вкусно. Тут размансить-то нахуй. Да, пиздец, согласен. Еще знаешь, это... Я захожу к ним на сайт. Ну, я у них никогда пиццу до этого не заказывал. Я вообще пиццу не люблю заказывать. Но вот что-то недавно... О, все, нахуй. Что-то недавно по это самое... Потянуло пиццу заказать. И такой думаю, ну ладно. Что там есть из знаменитых пиццериек? Ну, есть Додо, такой думаю, ну ладно. Пойду. И там рекламка. Ну, в смартфоне вылезает, типа, почему мы всегда готовим без перчаток? Я такой сижу, думаю, блять, а я уже деньги заплатил.